холков, что кошка о себе вообразила. Прослышала где-то кошка, что тигры-пантера принадлежат к семейству кошек. Ого! Обрадовалась кошка. А я-то, дурочка, не знала, какая у меня родня. Но теперь я себя покажу. И, недолго думая, она прыгнула на спину к ослу. Это еще что за новости? Удивился осел. Вези, куда прикажу. Вези и не разговаривай. Знаешь, кто у меня родственники? Воскликнула кошка, сидя у осла на загривке. Кто же? Поинтересовался осел. Тигры-пантера, а вот кто. Не веришь? Спроси у ворона. Осел спросил у ворона. Ворон подтвердил. Да, действительно, кошка, тигр, барс, рысь, а также пантера, ягуар и даже лев из семейства кошачьих. Теперь убедился? Воскликнула кошка, мазая когти в ослиную гриву. Вези! Куда? Спокойно спросил осел. К тигру или к пантере? Нет, неожиданно промяукала кошка. А вези меня к этим. Как их? К мышам. И осел отвез кошку туда, где водились мыши. Потому что кошка – это все-таки кошка.